Математическая грамотность в исследованиях ПИЗА. Покупка квартиры. Вы хотите купить новую квартиру? На что надо обратить внимание при покупке новой квартиры? Чтобы найти ответ на эти вопросы, рассмотрим задание «Покупка квартиры». Обратите внимание на данный чертеж. На рисунке план дома, который хотят купить родители Джахангира из агентства недвижимости. Вопрос номер один. Чтобы найти площадь квартиры, учитывая толщину стен и площадь балкона, надо найти площадь каждой комнаты и найти сумму площадей. Сумма площадей, комнат и есть площадь всей квартиры. Но есть намного удобные и быстрые способы вычисления площади. Можно измерить всего 4 величины и найти полную площадь квартиры. Посмотрите на чертеж и отметьте 4 отрезка, которых достаточно, чтобы вычислить площадь квартиры. Как это можно осуществить? Например, так. Или так. Значит, есть 9 способов решения задачи. Вопрос номер 2. Найдите площадь дома. Измерим линейкой длину 4 отрезков. Длину сторон большого прямоугольника 9,7 см и 8,8 см. И длину сторон маленького прямоугольника 4,4 см и 2 см. Найдем разность площадей большого и маленького прямоугольника. Не забудьте про масштаб 1 к 100. S равно 9,7 умножить на 8,8 минус 2 умноженное на 4,4 равно 85,36 минус 8,8 равно 76,56 квадратных метров. Ответ S равно 76,56 квадратных метров. Как видите, чтобы вычислить данную площадь, достаточно применить длину 4 отрезков. Очень интересно создавать математические модели жизненных процессов. Значит, какой можно сделать вывод? Математика не встречается отдельно в жизни, она связана со всеми сферами. Только надо научиться видеть математику вокруг.